Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья, любви, чтобы следующий год был еще лучше, чем этот, чтобы он принес вам много радости, исполнения ваших желаний, мечтаний, любви, счастья и действительно добрых, хороших, счастливых моментов, которые бы вы вспоминали потом долго с теплотой в душе. Ну, а сегодня я хочу показать вам свою закупку из магазина «Лента». На самом деле я в этом году затянула с закупкой, потому что у меня немножко были приболевшие детки. Сейчас, слава богу, все хорошо. Просто была небольшая простуда. И, конечно же, я поехала вообще практически в последний момент. Народу было безумно много, много что раскупили, например, икру красную, там осталась только дорогая, которая там баночка небольшая, больше 2000. Я ее в ленте не купила, поеду 31 числа, все равно еще за зеленью хочу купить и посмотрю, наверное, икру, может быть, муж у меня тоже ее где-нибудь посмотрит, так что... Красную икру я очень хотела в этом году на новогодний стол, но, к сожалению, не получилось. Вот, народу было настолько много, что я даже ждала какое-то время тележку, когда она освободится, и потом только смогла попасть в магазин. Закупилась я не только на новогодний стол, немножко у меня подарков, немножко бытовой химии и на посленовогодний, скажем так, период, когда будут приезжать какие-то гости, друзья, знакомые и так далее. Вот, и чтобы что-то тоже вкусненькое приготовить. Вот, ну и давайте покажу вам уже свою закупку. Итак, вот такая закупка у меня достаточно большая получается. У нас уже поздний вечер, я приехала. Вот, давайте начну. Я тут разложила с бытовой химии. Ну, женские штучки, на них останавливаться не буду. Купила туалетную бумагу, она была по акции. Бона, песина моя. Вот, таблетки для посудомоечной машины. Вот эти, Бона, перестань. Пристает ко мне, соскучилась. Таблетки для посудомоечной машины, вот эти очень нравятся. И салфетки, вот такие две упаковки, тоже очень нравятся, классные салфетки. Здесь у меня тоже немного бытовой химии, ватные палочки, ватные диски. Кстати, неплохие вот эти 365 дней, они не прошитые, обычные, самые простые, но нормально. Здесь у меня еще зубную пасту взяла, вот такой «Президент», она мне очень нравится. И вот это вот «Сплат» взяла. Так, зубные щетки поменять тоже себе и детям, мужу, дезодорант себе, мужу, и вот эти штучки для туалета, Бреф, кстати, прикольные. Так, здесь у меня тоже немножко бытовой химии, вот такую штучку я беру, стираю всякие, ну, замачиваю в них всякие тряпочки и так далее, особенно после собаки, очень хорошо убирает запах. Вот, в общем, беру, мне на самом деле вот этой бутылки вообще надолго хватает, иногда добавляю, даже полы могу помыть вот с этой штукой. Это хлорка обычно, вот, так что нормально. И вот такой кондиционер еще взяла лентовский, он мне очень понравился. Он то же самое, что Вернель, примерно, ну, примерно то же самое, достаточно жидкий, расходный, но нормально. И взяла здесь, конечно же, к Новому году вот такие штучки. Вот это была со скидкой такой салют. Там мне молодой человек показал. Он очень так прям классный должен быть. Но буду снимать влог новогодний, так что покажу вам. Стоил 999 рублей. Вот такие это как фонтаны. Он мне объяснил, да, молодой человек. В общем, там пристала к продавцу я. Вот такие два фонтана и вот такие еще ракеты. Вот, так что, да. Ну и давайте по продуктам. Здесь у меня вот это вот все я взяла на такие... Ну, я скомпоную и сделаю такие некие презенты к Новому году. Вот взяла вот такой чай, мне показался он должен быть очень прикольный. Морозный гранат. Вот такие два. Ну, мне нужно два презентика сделать. Поэтому два вот таких чаечка. Потом в ленте вот такие прянички. Мне показалось тоже прикольно. С Новым годом. И тут тоже с Новым годом взяла. Вот такое кофе. Мне кажется, оно должно быть нереально вкусное. Вот такое, видите, с вкусом тирамису. Ну, кому я буду дарить, я знаю, что нравятся подобные вещи. И чай с разными вкусами, и кофе с разными вкусами. Поэтому
Ну, я такой чисто символически соберу, упакую подарочек. И тому, кому буду дарить, тоже нравится вот этот вот Морозов. Вот этот кто-то по моей наводке пробовал и сказал, что невкусно. Ну, не знаю, кому как. Это обычный классический вариант, а есть еще с разными вкусами. С вкусом клюквы и так далее. Но вот я буду дарить именно классический его вариант. И вот такой вот еще бальзамчик тоже, как бы в подарок. Вот такой на травах какой-то, не знаю. Вот, но тот человек, которому я буду дарить, любит бальзамы всякие. Ну и здесь давайте сразу я пройдусь по алкоголю. Молоко у меня затесалось. Это у меня уже на праздники домой. Вот такой Джим Бин на меду купила. Он был, кстати, по акции. Это мужчина, у меня крепкие напитки пьют. И здесь вот еще взяла вино, тоже было вот такое со скидкой, красное. Не знаю, никогда такое не пробовала. Потом здесь у меня что? Тоже это игристое, по-моему. Да, это игристое вино, Италия. Вот такое красное, полусладкое. Я, кстати, люблю вот красные игристые вина. И здесь у меня классическое шампанское, да, вот такое. Вот такое вот взяла. Вот. И, конечно же, ну, для меня каждый Новый год это Кока-Кола. Именно Кока-Кола с Дедом Морозом. И еще взяла вот такую Фанту. Не знаю, что это. Какая-то мангуава какая-то, не знаю. Вот. Давайте дальше. Здесь я мясо ничего не брала. Я зайду в магазин. Ну, в местный, скажем так, магазинчик. И там куплю. Я взяла сосиски. Это пиццу 100% буду делать в новогодние праздники. Поэтому для нее две упаковки, они были по акции. Здесь я взяла всякие полуфабрикаты. Я знаю, что вы меня постоянно ругаете за полуфабрикаты, но они у меня имеют место быть. Значит, вот такие 4 сыра хинкали. Они действительно дорогие, я не спорю. Давайте прочитаю. У меня кто-то просили состав начинки. Вот, начинка: сыр моцарелла, сыр эдем, сыр сулугуни, сыр тильзер, меланж яичный пастеризованный, масло сливочное, петрушка, соль, кориандр молотый, базилик. Но они действительно очень вкусные, вот эти хинкали, 4 сыра. Еще взяла, тоже были со скидкой, сибирскую коллекцию такую со сливками, сейчас уберу ее в морозилку. Вот такие 4 вида мяса и вот такие какие-то фермерские сливки. Но вот эти вот очень советую попробовать, они действительно нереально вкусные и очень сытные. Дальше здесь у меня, давайте начнем, молоко по молочке, да, сыры взяла, обычный простой, вот такой голландский, и сыробогатов вот такой вот взяла сырок, потом здесь у меня моцарелла, сыр в пакетике, я в пакетик всегда кладу, потому что иначе у меня мнутся такой длинненький с помидорками, ну, для какого-нибудь салатика, может, посмотрим. Рыба. Я как-то говорила, что очень люблю вот такую рыбу, вот такую масляную рыбу холодного копчения. Обожаю ее. Взяла последнюю упаковку, девочки. Разбирают ее постоянно, но мне, я вообще обожаю. Тащусь от нее. Она жирная, конечно, но вот на Новый год, на новогодний стол. Красная рыба у меня засоленная есть. Я взяла вот такую. Вот еще здесь у меня сыр бри, конечно же, мой любимый. Я его обожаю. Очень вкусное, тоже себе купила. Масло сливочное «Вкуснотеево», его люблю, оно было на скидках. Взяла упаковочку. Здесь творожки «Даниссимо». Это новая у них упаковка. Ну, я два одинаковых взяла, да, по 2 штучки-то деткам. Вот такой сыр, я не помню, как он называется, типа а-ля Филадельфия, тоже что-нибудь сделаем вкусное на новогодний стол. Здесь у меня также соусы. Взяла терияки, конечно, майонез для салатов. И вот такой сырный еще соус. Вот этот Махеев очень вкусный, как в Макдональдсе. По вкусу то же самое. Также на акции были макароны. Я, конечно, взяла вот номер 1, номер 5 разные. Барила вот эти вот, когда на акции, я их постоянно беру. Так, здесь у меня соки еще, да, я не сказала, тропический микс. И вот такой вот взяла
рождественский микс и консервы, конечно же, зеленый горошек, две баночки лентовские, вот такие персики, очень я их люблю, это для меня вообще супер-мега крутой десерт, он был на скидке, поэтому я взяла большую банку. Здесь у меня еще оливки вот такие взяла, тоже на новогодний стол, королевские без косточек, вот такие, они прям так аппетитненько выглядят. И здесь салат из морской капусты. Это сейчас, ну, это как бы не новогодний стол, это просто так. И мидии копченые, обожаю их. Ем просто так, без всего. Вот просто себе, не знаю, можно с хлебушком как вариант, но я обожаю мидии. И здесь взяла еще вот такую икру, черную, и, может быть, на украшения какие-то, да, и вот такую красную. Это имитированная икра. Я не говорила, что это то же самое, что икра. Мне просто одна там девушка написала, что попробовала и выбросила целую банку. Я никогда не говорила, что это то же самое, что обычная красная икра. Она совершенно другая по вкусу. Это, конечно... Ну, на вкус и цвет, как говорится, да, все фломастеры разные, но мне очень нравится именно сам вкус вот этой вот имитированной икры. Я взяла красную и черную, она не по вкусу, ничем не отличаются, просто мне, в общем, очень нравится. Здесь у меня вот этот кукурузный хлеб, очень нравится, очень вкусный, нарезной батон, хлеб обычный. И также увидела марка «Националь». Я очень люблю крупу от этой марки. И у них появились вот такие в упаковочках. Уже готовые, как у «Мистраль», по-моему, марки тоже такие есть. Я решила взять на пробу булгур, томаты, красное киноа. Вот такую смесь. Вот. Ну, не знаю, попробую, потом расскажу, как оно, вкусное или нет. Вот. А здесь у меня еще мука предпортовая у меня закончилась. Ну и... Всякое пошло такое, всякая ерунда, да. Чай вот этот вот взяла, потому что он был у нас со скидкой. Из Гринфилда мне нравится именно вот такой чай. Вот это Кения Санрайз, да, правильно называется. Очень вкусный. Немножко конфет еще взяла. Свои любимые батончики Ротфронт. И вот такие, это я мальчишкам. Вот такие живинка какая-то, арбуз. И немножечко вот таких еще конфеток. Взяла. Так, о, у меня еще здесь томатная паста, девочки, затесалась, взяла. Тоже мне нравится вот эта упаковка, она как раз на одно блюдо, вот это 70 грамм. Кстати, хорошая томатная паста, вот это 365 дней, ничем не хуже каких-то других. Вот, и здесь у меня еще, тоже я взяла, это на новогодние праздники, всякие закуски для мужчин. Вот такие лейс, чили и лайм, вот две упаковки. Потом вот такие какие-то взяла. Ну, в общем, муж меня попросил, что-нибудь такое хрустящее. Вот такие с паприкой. Такие здесь. В общем, всякая. И тоже еще вот такие. Так, ну, у меня здесь идут фрукты, овощи. Во-первых, 5 килограмм. Это картошка. Собака моя. Вот, и здесь взяла две упаковки огурцов. Огурцы на развес, они реально какие-то мягкие, поэтому мне не нравятся, я вот такие взяла. Значит, мандарины были со скидкой 75 рублей, правда, такие большие. Они, кстати, вот такие большие могут попасть кислые, но я все равно взяла. Здесь яблоки у меня гала. Очень, кстати, вкусные вот эти гала-яблочки. Свой любимый виноград взяла. Вот этот тайфи. Очень он вкусный, девочки. Прям сладкий, обалденный. Я его очень люблю. Правда, он подорожал. 189, а я его покупала за 120 раньше или что-то в этом духе. Хурму взяла, вроде неплохая. Это хурма Королек. Тоже она подорожала. Теперь 114 рублей. А я покупала чуть ли не за 60 рублей. Вот. Уже хурма-свечка вообще по 200 рублей. По... даже больше 200 рублей стоит. И помидоры здесь у меня, томаты, 118 рублей. Так что вот такая вот у меня получилась закупка, но я еще буду заезжать отдельно в свой местный магазинчик покупать мясо и, ну, что-нибудь такое, какие-нибудь колбаски. Вот, так что закупка получилась вот такая, все нужное. Вот, сейчас покажу вам чек.
Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Еще предстоит поход 31 числа в магазин. Я думаю, что 31-го, наверное, будет совсем много народу, но ничего страшного, я съезжу. В принципе, хочу зелень купить и икру посмотреть. Вот. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. До новых встреч. Встретимся уже в новом году.